Это Алексей. У него есть свободные деньги, которые он хочет сохранить и приумножить, но не знает, куда вложить. Выход есть. Складчина. Все мы с детства помним историю про мудрого отца, который демонстрировал сыновьям, как легко ломать прутики по отдельности и как трудно переломить целый веник. В складчине тот же принцип. Складчина – это сообщество людей, клуб единомышленников, деловое инвестирование для всех и каждого. Одно из направлений складчины – покупка акций зарубежных компаний перед их выходом на IPO. Что такое IPO? Это когда крупная компания становится публичной, выпускает акции на биржу. В складчине мы покупаем акции этих крупных компаний за день до выхода на биржу. В связи с тем, что акций на всех в мире не хватает, спрос рождает предложение на рынке, и акции растут в цене. К примеру, CrowdStrike – рост 88% в первый же месяц, Beyond Meat – рост больше 500%, PagerDuty – рост 139% и множество других. Мы покупаем акции только в проверенных, надежных и проанализированных компаниях. На следующей неделе ждем еще крутые IPO. Хотите зарабатывать с нами? Пишите нам! Вступайте в складчину! Алексей вступил в складчину. Его деньги растут и приносят регулярную прибыль.